праздник сейчас для этой песни. Вот я рассказываю эту историю. Мне интересно, хоть кто-нибудь воспользовался случаем вообще или нет? Да? Все же знают эту историю, да? Ладно. В очередной раз, последний раз рассказываю эту историю. Мы играем примерно 30 концертов в год. Из них 25 примерно в таких местах, как вот это, где видно каждого, кто он что делает, что, чего и так далее и тому подобное. И обычно происходит такая вещь, что с одной стороны приходит молодой человек, с другой стороны приходит девушка. Идет концерт, ты как бы играешь музыку, и тогда у нас же нет никаких иллюзий, мы же понимаем, что мы всего лишь повод для того, чтобы куда-нибудь сходить. А все самое главное происходит как раз среди вас. И вот наблюдаешь такую картину, вот начинается концерт, они вдруг переглядываются, смотрят там друг на дружку, там улыбаются даже, может быть. Проходит полтора часа, мы отыгрываем концерт, музыка заканчивается, они встают и расходятся в разные стороны. Вот как раз лично я наблюдал эту картину, мне было очень обидно. И тут в какой-то прекрасный момент холодное немецкое сердце родило прекрасную композицию. Никто от него этого не ожидал. Но это правда, эту композицию написал Сергей Гейер. И сразу все сложилось. Композиция, она о том, что, друзья, не держите ничего в себе. Если вы кому-то хотите что-то сказать приятное, если вы с кем-то хотите познакомиться, обязательно это делайте. Подходите, говорите: девушка, тут есть чебуречная. Там, не знаю, у кого насколько фантазии и денег хватает. Это только обязательно делайте, вот, особенно на нашем концерте. Вот, вроде вот Серега говорит, что вроде кто-то воспользовался даже. Так что это все не зря. Друзья, создавайте ячейки общества, дружите друг с другом, знакомьтесь, и ничего не держите в себе того, чего вы хотели бы сказать. И эта песня об этом, она называется «Невысказанная». Oh.